Ребята, всем привет, с вами Даридзи, добро пожаловать в игрушку I Am Archer. В этой серии мы с вами прокачаем персонажа, так как видите, у меня есть и рубины, и деньги. В общем, качаем нашего Стикмана. Посмотрим, как он видоизменится. Я хочу его прокачать до 10 левела и... А, все, ребят, слушай, 10 левел максимальный, кажется, да, он? Максимальный левел, окей. Идем сюда, давайте прокачаем нашего героя. Во-первых, лук ему поменяем. Так, это первое, что мы сделаем в этой серии. Во-вторых, самого Стикмана я хочу прокачать. Так, брони побольше. Давайте еще. Я хочу, чтобы он видоизменился. Отлично, 9-й левел. Прокачали до 9-го левела. А, нормально. Так, а что у нас с лучницей? Давайте лучницу тоже прокачаем. Раз, два, три. Ну, слушай, они не видоизменяются. Это не очень нравится. Когда 6-го левела, они видоизменяются. Дальше они не эволюционируют, я так понимаю. Вот давай, допустим, тебе прокачаем. Раз, два. Блин. Ну, сейчас я поменяю, ребят. Это слишком долго менять. Я сейчас вам покажу, как это все делается. Так, денежки растут. Я думаю, мы с вами всех стикманов прокачаем. Так что, ребятки, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Будет еще много-много-много чего интересного. Так, ну-ка, хватит нам. 9600. Смотрите, 121 уже урон. 149. Подожди, я могу сразу апгрейд делать за рубины? Мне кажется, за деньги лучше, выгоднее или как? Я правда не знаю. Давайте так прокачаем. Давайте вот этого прокачаем до 6 уровня. Вот, все, он видоизменился. Отлично. Так, кого бы еще прокачать? Я, в принципе, знаете, кем я пользуюсь? Давайте я вот этого хочу прокачать. Раз, два, три. И за 30 давайте вот так. Хоба, 10 левела. Также прокачаем вот тебя. Раз. Два. Все, 10 левела. Максимально 10 левела. Потом мы с вами займемся остальными. В общем, let's go. Мы с вами где остановились? У нас задание 6, ребятки. Сегодня 6 задание. Я надеюсь, я справлюсь, ребят. Фу, в общем, будет много чего интересного. Поддерживайте лайками, там подписывайтесь на канал. Так, ну а мы начинаем. Так, на помощь идет Стикман. Они у меня довольно-таки хорошо развиты. Довольно-таки хорошо прокачаны. Так что стоит, в принципе, их использовать. Так, плюс у меня еще герой хорошо прокачан. Это тоже очень круто. Смотрите, они реально они ничего не могут сделать мне. Они даже со Стикманом не могут с 10 левела справиться. Офигеть. 45 дамажит. Он 50 его. Давайте я всех мечников возьму. Так, ну, в принципе, я тут нормально, легко справлюсь. Воу-воу-воу, пошли, пошли, пошли. Сверху пошли. Я, кстати, никого не взял, да? Только мечников, что ли, взял? Почему странно? Ладно, я, в принципе, и так, думаю, справлюсь. Изи. Отлично. Так, идем сюда и выбираем. А, лучника возьмем, тебя, тебя. Тебя возьмем. Всех стандартов, что ли, возьмем? Не, на всех стандартов как-то... давайте возьмем... кем мы с вами еще не пользовались? Или ладно, давайте стандартов всех возьмем, да? Идем сюда. Так, мы же не подтвердили, да? Подтверждаем. И... идем. Мы сейчас с вами будем стикманов, наверное, менять все-таки. По-разному будем пробовать. Так, я готов. Идет лучник за мной. Где он там? Вау, дракон, нифига себе. О, больно, больно, больно. Он меня попал. Нормально. Я думаю, будет еще много у нас интересных серий с вами. Так, здоровяк. Убивайте здоровяка, ребят. Давайте я лучников одних наспамню. Вау, 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 вау. Нифига себе, серьезный. Серьезный парень. Отлично, победа. Двигаемся дальше. У нас одни лучники. Нифига себе, сколько лучников. Сколько много лучниц. Ребята, займитесь ими. А, все, я прошел. Окей. Надо что-то по-другому сделать. Так, окей, идем назад. Я хочу как-то разнообразить. Убираем тебя, тебя. Давайте лучниц уберем. Давайте мушкетеров возьмем. Давайте возьмем. Тебя, давайте. Дракона возьмем. Давайте дракона возьмем. Почему бы нет? И let's go. Мы с вами всю игру пройдем, ребята. То есть в каждой серии мы будем проходить. У нас 6-я пока что.
Let's go, ребят. Погнали. Так, первый идет мечник нам на помощь. 10 уровня, нифига себе. 10 уровня, очень круто. Так, начнем с дракона. Постараемся всех завалить. Отлично. Двигаемся дальше. Ну-ка, башня, давайте я попробую в башню. Фу, с одного выстрела почти убил. Так, следующая глава. Ну, перед этим давайте. Подожди, давайте просто дракона попробуем использовать. Да, мы дракона уже не использовали. Надо разных пробовать. Так, вот лучница идет. Сзади мечник пускай пойдет. Я хочу других посмотреть. Мне нравится, когда они видоизменяются. Воу-воу-воу-воу, прессингуют. Так, ну-ка. Ух ты, нифига себе, вот этот крутой стиком за 125. Я хочу их использовать. Копьеносец. Покажи, на что ты способен. Я тебе помогу немножко. Нифига себе, крутой. Так, копьеносец пошел. Сегодня у нас будут копьеносцы. Вон не бегут. Я ему помог. Давай, ты справишься. Там сейчас куча их пойдут. Единственное, здоровяка надо избавиться. Нифига себе. Он реально мощный. Вон они, как их много. Покажите им. Блин, там Макс, смотрите, что он делает. Че вы так... Посмотрите, они что-то медленно идут. Не знаю, кого-то боятся, наверное. Во-во-во, короче, отступаем. Конница пошла. Мне нужна конница. О, конница, поддержка моя. Давайте задайте им жару. Ух ты ж, елки-палки. Они всех бьют, гиганты тоже. Давайте конница пошла еще. Подмога конницы. Я думаю, навряд ли они остановят конницу. Блин, надо вертушку остановить только. Пошла поддержка, пошла. Отлично. Все, кажется, разрушили, да? Так, нам осталось немножко. Раз, два, три уровня, да? Так, теперь... На ком мы остановились там? Блин, зря я тебя выбрал. Давайте летучих, что ли, возьмем. Ладно, иди вперед. Я тебя прикрою. О, нифига себе. Надо побольше накопить. Офигеть. Жестоко. Ладно, сейчас я справлюсь с ней. Ой, конница пошла, ё-моё. Ладно, подождем. Так, от дракона надо избавиться. Отлично. Слушай, один конь. Говорят, один в поле не воин, да? Смотрите, дерется. Но он 10-го левела, тоже хорошо развитый. Так, пошла возня. Сейчас летающие прилетят, вон они. Миньончики наши. Задайте им жару. Бейте. Отлично, мол. Воу-воу-воу, я не ожидал такого. Давайте, ребятки, давайте, наступайте. Больно. Так. Пошли. Ладно, короче, ну вас нафиг. Отходим, давайте посмотрим, кто следующий. Следующий у нас гиганты. Давайте возьмем гигантов. Посмотрим на них. У нас все-таки эксперимент. А, все, мы прошли. Так, следующий уровень. Следующий уровень. Лабораторию. Зачем лабораторию? Нет. Давайте дальше идем. Я хочу попробовать... Огненный это кто? Подожди, а... Ёлки-палки. Ладно, сейчас огненных проверим. Ладно, пускай немножко повредит, ничего страшного. Так, за ведьму, наверное, много дадут. Пока что отбиваемся. Ой-ой-ой, конница пошла. Промазал. Отлично. А вот эти, кто такие у нас? Маги. Маги, ребята, идут. Верхнего бей. Да, елки-палки. Отбились. Маги. Больше магов. Я пока верхнего попытаюсь. Да ё-моё.
Куда он летит? Короче, всех. Всех свистать наверх, ребята, офигеть. Я не ждал такого. Кажется, мне хана. О, что такое? Наблюдайте. А, можно наблюдать. Кого, в смысле? Я думал, я могу без героя пройти. Но прокачивать мы будем попозже его прокачиваем. В следующей серии, я думаю, прокачаем. Что у нас тут? Тут у нас тоже не прокачанные. Я их, думаю, тоже в следующей серии прокачаю всех. По идее, надо... Мне кажется, лучше... Лучше за золото, ребят. Побольше золота. Сейчас с вами накопим. Отлично. Блистательно. Как-то вот так жать. Да-да-да, вот так. Что-то прибавляется, нет? Да, вот прибавляется, отлично. И потом с вами будем модернизировать. Ну-ка, давайте вот тебя прокачаем. Вот, смотрите, какая пушка стала. Окей, окей, хорошо. Так, продолжим. У нас, где мы остановились? Предпоследний, у нас шестая миссия. Продолжим. Так, окей. Слушай, ну маги как-то не очень себя хорошо проявили. Давайте волшебников сейчас возьмем. Сейчас я только немножко отобьюсь тут. Мне нужна поддержка. Когда их слишком много, это жесть начинается. Так, все, пошли волшебники. Я немножко прикрою. О, они спамят скелетов. Прикольно. Нормально. Давайте, ребят, давайте. Слушай, ну без гиганта они не справятся. Им по-любому нужна поддержка. Одни они не очень сильные. Да, они, конечно, круто, они спамнят. Спамнят скелетиков. Это, конечно, все здорово. Но все-таки ни шамана, ни вот эти огненные, ни волшебницы неэффективны без танчиков. То есть нужны обязательно какие-то танки. Должно разнообразие быть. Допустим, конница, а за ней уже маги огненные. Вот сейчас мы должны, я думаю, победить. Так, нормально. Окей. Вот сейчас неплохо. И все, побеждаем. Идеально. И смотрите, первую миссию мы прошли. Кстати, первая почему-то похожа на шестую, да? Эти отличаются. Вот, допустим, первая, вторая, третья, четвертая, пятая. А вот шестая, шестая реально такая же, как первая. Примерно странно это как-то. Ну окей, окей, продолжим. Все, ребят, последнее. Последнее нашествие. Все-таки я возьму мечника. Мечник реально круто помогает в начале самом. Я потом могу за других персонажей пройти игру. Если хотите. Так. Окей. Да, ёлки-палки. Проходим. Так, допустим, возьмем гигантов. Я возьму двоих гигантов, а за них я хочу... За ними шаманов. Много-много-много шаманов будет. Блин, промазал плохо. Шаманы пошли. Давайте конницу. Немножко конницы. Конница тоже хорошая. Так, верхнюю бей. Больше конницы, больше конницы. Нифига себе, как их много. Так, дракона мы с вами не посмотрели, ну ладно. В следующей серии посмотрим. Состав я, наверное, кардинально изменю. Чтобы других тоже можно было посмотреть, как они сражаются. Все, ребят, победа. Чистая. Так, это уже 7-й левел, да? А 7-й ни на кого не похож. Окей, посмотрим. У нас вообще 15 миссий в уровне. И в каждой серии мы с вами будем, наверное, по уровню проходить. В следующей серии также всех прокачаем. Я хочу всех стикманов на максимально прокачать. Единственное, давайте, знаете что, базу немножко прокачаем. До какого можно прокачать уровни? До 10-го можно? Вот.
10 уровень максимальный 200. Так будет покруче. Да, у нас максимальная 200 база. В общем, все-таки увидимся в новой серии. С вами был Дариди. Всем до скорого. Пока-пока. Игрушка очень крутая. Так что смотри, подписывайся на канал, и мы пройдем всю игру. Увидимся.